Главе региона рассказали, что в год там выпускают около 170 миллионов штук яиц. Производят на заводе также полуфабрикаты и готовую мясную продукцию. Их колбасы и сосиски из птицы реализуют во всем крае. На достигнутом руководство фабрики останавливаться не собирается и сейчас работает над расширением ассортимента. Говорим сегодня о состоянии экономики. Коллеги, но в каком она упадке? Я думаю, что сегодня... Мы еще будем наращивать. Абсолютно верно. Вот хозяин будет наращивать, а тот, кто плачется, будет плакать. Поверьте, так устроена жизнь. Поэтому сегодня мы там, где успешный хозяин, успешная экономика, есть прибыль и есть перспектива. Вот об этом сегодня нужно говорить. После объезда по предприятиям и социальным объектам муниципалитета Вениамин Кондратьев встретился с местными жителями. Говорили о перспективах развития Новороссийска. Ну, ваша